что они все учат, как жить, жить в прошлом, не жить в прошлом. Я сам определяю, как мне жить. Очень много советчиков. Просто они не понимают всю ситуацию. Как мне жить? Что мне делать в этой жизни? Эх. А были времена. Были офигенные времена. И понять можно не каждому. А может кто-то и не хочет понять. Да все это было. Я помню. Как она прекрасна, а? Как это было. И все хотят, чтобы я не жил в прошлом. Найти будущее, еще чего-то. А может, я не хочу. И не буду. Она вот здесь вот живет, вот здесь вот. И будет жить. Я вам покажу. Вы меня просто так не возьмете. Не возьмете, я сказал. Что вы думаете, духи прошлого? Меня легко взять, что ли? Нифига. А я смогу все. Я еще много что могу. Я натворю таких дел. Обо мне еще узнают многие. И пофиг вообще будет на все.